Всем привет! С вами Свинка Пеппа! И это вторая... Ой, это третья и последняя часть Пасхи! О, нет, дочка, ты разукрасила все яйца! Да, я их купила в магазине! Молодец! Кстати, это ребята Беззубик и Няша пригласили нас! Ура! Да, я вас приглашаю. В этот день надо обязательно отпраздновать Пасху всеми. А меня? И тебя, Альфа, тоже. Ну, кажется, все почти готово. Так, вроде, вот и все готово. Теперь можно садиться на стол. Ну, молодец, ты купил покупки, молодец, моя пёся. Ой. Тьму хорошенькая. Это, а, кстати, да, пойдем ко мне. Хочешь, я тебе две газетки постелю? Хочу! Так, мы с тобой все подготовили, теперь можно идти. Ну, ты вы только посмотрите. Тебе сколько газеток постелить? Могу все, что есть. Постели мне... Мне не надо газетку стелить. Ты мне постели это, лучше это. Ты мне лучше этот, как там его, горшочек поставь. Хорошо. А вот и она, долгожданная Пасха. А теперь ждем пасхального кролика, вот же он! Я вообще зая. Тёся! Повелитель шкафов, бегом сюда. Зачем ты меня позвала? Иди с нами Пасху праздновать. Может, я своими делами займусь, не буду вам мешать. Да ладно тебе, церковный праздник надо праздновать вместе. Так что иди сюда. Притом, посмотри-ка, какой пасхальный кролик. Он очень красивый, то есть очень страшный. Да ладно тебе, я страшнее всех. Хорошо, подержу. Вот она и наступила, долгожданная Пасха. А теперь они пошли запускать фейерверки. Как же они хорошо стоят! Да, вот, смотрите, полетели! Что, они не видели повелителя шкафов? Я лично нет. Помогите! Я не хочу больше летать! Анастасия Фурия, ты что, привязала его к салютам? Ну да, а что? Мы с мамой тоже были согласны! Это было бы очень занимательно. Я ж давно на него охочусь, можно позабавиться. Вау, смотрите, какие салюты красивые. О, ты прилетел наконец. Пожалуйста, пожалуйста. Не прогребляйте меня больше. Я больше не хочу летать. Мне плевать, что вы все с крыльями, а я нет. Я больше не хочу летать. Да ладно тебе. Всех с Пасхой. Наша история про Пасху кончается. Ведь времени уже где-то 21:35, ага. И, короче, все заканчивается. Всем пока! Ну и на этом это видео закончилось. Всех с Пасхой, потому что я не смогу снять следующие части. Ну, их не должно было быть. Ну, короче, всех с Пасхой. Поздравляю, Иисус Христос воскрес. Воистину воскрес. Спасибо вам всем. И да, знаю, в этой сене очень такая уж и праздничная. И еще пасхальный кролик не такой, да пошено страдался в праздник.